Что ты делаешь? Я считаю деньги. Считай, давай. 100, 200, 300, 400, 500, 600, еще 100. Сегодня мы заплатим сколько? 63 тысячи рублей, чтобы нас выкинули из самолета на закате. Посидим на дорожку. Посидим на дорожку. Погнали. Ну что, мы в Хорватии, и мы идем исполнять нашу давнюю мечту. Очень давнюю. Очень давнюю, очень мечту. И нам очень страшно. Как ощущения? Ладошки все еще начинают потеть. Какая ты красотка. Красивая умирать собралась? Да. Ну что, как настрой? Боевой. Лётный. Покорять это небо. How was it? Very nice. We go again? Yeah. Yeah, for sure. Yeah. I would love to. High five. Yeah. High five. Boom. В общем, теперь я человек, который прыгнул с парашютом. Это было очень классно, думаю, что я еще буду это делать. Мы еще прыгнули с закатом, с видом на море, покружились над морем, и это вообще просто незабываемо. Цена этого удовольствия где-то 370-400 евро. Вот, конечно, дороговато для экспириенса на час, но мне кажется, что оно того стоит хотя бы для жизни. Катя всем рассказывает, что она спрыгнула с парашюта. Но она прыгнула не с парашюта, слава богу. Смотрите, в какой локации мы прыгали. На берегу моря. Мы прыгали с очень красивым видом. И настало время ехать домой. Guys, bye.